Привет, да, не лагай с телефоном. Вроде как. Вчера мы это выяснили. Сегодня недолгий стрим, сейчас часа три, может, максимум, наверное. Потом идти надо будет уже. Что если отвечать на этот вопрос надо? Понять не имею, короче. Вообще, блин. Ну там ночью одни и те же люди просто играли, поэтому забанили. Контриться надо просто что-то, какой-то пик придумать второстепенный вместо Ренгара. Можно было вайву летальца собрать, в принципе. Летальца или крит, что-нибудь такое. Что в ОИТ я просто урон наносить перестал там.
Z в лес. Ну хз. Во-первых, я на нем играть не умею, во-вторых. Мне кажется, я слишком тонкий пик. На нем надо прям очень хорошо играть, чтобы в лес его пикать. Казикс не нравится, мне какой-то он. Не знаю. Тяжело его реализовать, по-моему. Талона можно, в принципе. Только я на нем играть не умею. Ну это да, не спорю. Да такое редко бывает, то что Рингар майн на самом деле, очень редко. Попробуем по талону зайти здесь. Не хватило урона. Кайва еще без ульты. Та бы хоть не ульту давал бы, убили ее, получается. Так, хочет рапторов моих забрать.
Забрала. Побежит стиль ко мне. Бэкнуться перед объектами, закупиться. Ну-ка, возьмем, задолбал умирать, ё-моё. Собакаться. Забирает свою метку здесь у меня. Пока что Кайла соло игру проигрывает эту. Я слишком много времени там, он приходит стараться. Просто поставлю сюда. Весь лес забрал. Нажала. Почему Кайла не идет сюда ко мне? Почему не смещается? Double kill. Mm-hmm. Killing spree. Turret lost.
slain an enemy. Spoils of the hunt. Enemy rampage. Привет. Ну возьми, конечно, чё. Если у тебя так прёт на суверенов, вести не лень, на мейне играть, то, конечно, возьми. Со стилю. Надо было оставить смайт на этот камп. Как бы без хп ульту нажал, не очень-то, конечно. Остается надеяться, что Кайла заскейлится в этой игре. Больше надежды нету ни на что. Но это вряд ли произойдет. Так, блю стоит. Третий строк он сейчас будет. Нужна одна ульта от Мальфы нормальная. Покидрит. Хотел камп состилить и уйти. Троллинг уже, короче, пошел от меня.
betrayal. Another piece for my collection. Блин, этот шилд поглощает мой стак, и я не могу полную комбу набрать. Брокен, короче, предмет против Рингара. Ничего не поменяет. The Dragon в этой игре уже, мне кажется. Зачем она с ним дерется? Для чего? Блин, попался в кушку. У Люксы вообще без шансов, ничего не сделаешь. Люкса Брокен чемпион для Соку. Восемь ноль Люкса. Притом Люксе не сыграл ни разу в этой игре, если надо было.
сыграть пока шахматы, что пока стоим 10 минут в этом бестолковом столку. Интересные дебюты комп играет. Три минуты уже стоим, ё-моё. Так, пешка беззащитная. Так, центр хочет подрывать, да? Давай. Так, сюда, сюда. Нет, сюда. Пускай так будет. Шах. А, блять. Проморгал. Зевнул. Ферзя напал. Нет, я нельзя. Так, если сюда, сюда. Попробуем. Так, нас двоевать ладьи. Так, если мы здесь коня забираем. Нет, коня не будем забирать. А че он напал? Сюда, сюда. Это беззащитная. Сюда давай. 8 минут стою уже игру еще. Здравствуйте, шахматы на Ренгаре, да. Да у меня 8 минут игру еще. Что мне еще делать?
Почему бы не сыграть партиечку шахмат? С ботом хотя бы. Так, тут нужно... Тут. Так. Шаховать можешь начать его. Так, закрылся. С двоем ладья. Пешки вахает. Ай, бля. Девять минут ставлю игру еще уже. Так, сюда можем? Нельзя, сюда нельзя. Сюда? Сюда тоже нельзя. Сюда только можно уйти. Коня цапнул. Так. Тут все нельзя, все нельзя. Ладно, проиграно. Как по новой здесь? А, вперед переворачивается. Вообще, я хотел бы за черных сыграть. 10 минут игру уже еще. Нас сдался. Это можно я за черных сыграю? Надо бота послабее. Слишком сильно. Мать 400. Как начать? Мою игру нашел наконец-то. 11 минут стоял. Ну, она будет ходить, нет? А, лол. Я забил, тут перевернутый получается. Ладно, гоу лигу обратно. Блин, надо было забанить Kindred на самом деле. Ну, конечно, в той игре у меня команда проиграла, по большей части.
все линии были проиграны. Поэтому Киндер такая сильная была. Ну, не сильная, просто она могла заходить в мой лес спокойно. У нас контроля карты не было. Так я бы лучше, наверное, против Лисины даже поиграл, чем против Киндред. Стакаться лучше, wait. Я думаю, может третью руну, последнюю руну какую-нибудь дефенсивную брать, но у меня ничего дефенсивного в сборке нету, потому что мне не нравится, что я лопаюсь, в эти от одной ешки люксы обычно. Зои, она вообще с одной кушки будет убивать. Сначала проксит, чувак, надо его забрать, я думаю. Я тут подрался бы на самом деле. До вэшки не дотянул. Я флеш нажал, и у меня были стаки. И как я в него прыгнул, стаки спали. Это вообще пипец. Че я на лаке полный. Очень плохо сыграл, короче.
Все же убивать надо, пока возможность есть. Не, она что, не забрала здесь, что ли? Зачем он из ульты выфэшивается ее? Стой, я просто в ульте и все. Так, надо отхилиться сначала, первым делом. Ну, это за медло, конечно. Да бот убивать. Бот слишком сильный у них стал. 4-0. Да ладно, просто я внимания не обращаю, все на эти комментарии. Так, здесь МФ-ка может прибить меня одной кушкой. Хочу стрикс МФ-ки. 3 секунды, не доживу. Да, не доживу. Моя проблема в том, что я КД не жду. Надо было КД ждать, и я просто на дабл вешке вышел бы оттуда. Слишком рано влетел, не выждал время. Оптимальное для влета. Надо пойти все-таки забрать здесь, чтобы эстак не дать.
is under attack. Так, 5 секунд. Даблю. Давай, да, вышку надо забрать здесь. Так, окей. Так, может киндер попробовать ваншот здесь. Бежим, бежим, бежим. Блять, Мунду, алло. Киндрит на топе. Можно спокойно забирать дракона. Весь лес может забрать сейчас. Так, собрала здесь. Если она будет здесь бегать, то я дракон, ой, барона просто засову сделаю. В принципе, я могу сейчас. Достаточно сильно для этого. Я вот не знаю, ее метка сейчас меня спалила или нет. По-моему, должна была. Да, должна. Ну ладно, лес там я просто забираю.
Хотя Kindred мертва, можно делать, я думаю. Никто из этих точно не подойдет. Фри барон, короче. За ривером я бэкнусь, наверное, все-таки. Чувак в магазине сидел, не ожидал. Пойду деф, что делать? Быстренько забрать надо тоже. Семнадцать секунд, конечно, не могу еще драться, по сути, без ульты. Нажимает ульту на жачил. Не успевает. От инфин не откажусь, конечно, здесь. Надо бы дракона ваншотнуть просто, пока он не пришел. Хотел бы здесь вылететь по... Вот по ней. Я всех ульту подкинул. Наутился. Через всех пробежал. Пойду просто барона делать, все. Третий раз не успевает ульту нажать Kindred. А может, она без ульты вообще-то была? Они же дрались здесь недавно. Нежданчик для нее. Что я ее стан снял вышкой. Не дотянул мэвку.
так надо продавать Драктар. Кстати, Жонни не нажал, можно было Жонни нажать на ульту его и выжить. Ну, как выжить? Относительно выжить. Старший дракон там сейчас будет, да? На ульте сразу побегу, чтобы быстрее дойти. Так. По-моему, я не успеваю. У меня чтобы Мунда задержал их. Успел. Так и знал. Двадцать семь АД на скелли уже. Руны. На самом деле может продать уже что-нибудь. Инфин, например. Ига купить. Хочу поймать здесь Киндред. Должна к барону бежать, по идее. Светку нажал. Так, ульту нажал в этот раз. У меня урона уже не хватает, я ваншотать. Чем дальше игра будет сейчас идти, тем я слабее становлюсь. Хотя у меня руна на скилл, конечно. Такая пачка большая, надо вот это пропушить. Чтобы им сложнее было делать. Просто в Nexus надо сыграть там по урону. Из двух игр сегодня две против Kindred я играю. Вот Лисин, мне кажется, вот Лисин и Киндред неприятные два против меня пика. Лисин просто нажимает ульту, когда в него прыгаешь. И уходит спокойно. То есть отбрасывает тебя, и ты не можешь его добить. Киндред тоже ульту нажимает. Но Лисин при этом в жир собирается. То есть Лисин ваншотнуть сложнее, чем Киндред. Киндред, то есть она ваншотается, как вы видели, там три раза я ее подряд убил. С ульты, она даже не успевала нажимать ульту. Но при этом Киндред скейлится вейт.
Если у нее команда хорошая будет, то в ОЭТ ей ничего не сделаешь потом. В то же время Ли Син не скейлится в ОЭТ. Чем дальше игра в ОЭТ заходит, тем Ли Син слабее становится. Поэтому что банить-то? И то, и другое хорошему. Баффрингара не будет. Лучше не надо убафать. Если его бафнут, то его начнут банить в каждой катке. Меня, в принципе, устраивает сейчас, в каком положении Рингар. Его могут только реворкнуть. Сделать проще. Такого я бы точно не хотел. Забанили. Чё за ешь как в ПК, которая просвечивает через стены кампы? Это имеешь в виду? Было бы неплохо, если бы я, когда чищу лес, ударяю плантацию, вот эту вот, ну, типа там шишка, которая взрывается, или просветка, чтобы она мне продлевала пассивку, чтобы у меня стаки дольше длились. Даже это не работает, как в ПК, ну, здесь. Но в такого реворкнутого рингара я пока не играл, на самом деле. Рингар так, на самом деле, сильный здесь в аудрифте. Просто не против всех сетапов он хорошо смотрится. Так он сильный, на самом деле. Так, против Мунда играем. Против Блица. Тут, наверное, надо руну все-таки поменять на вот это. Иначе мы не будем его убивать совсем. Фанпэй пишет. Такие звуки оттуда, уведомлений. The hunter and the hunted.
он сейчас притянет. Но он не понял, что я здесь делаю кампы. Слава богу. Подожди, чего мне надо сначала зачистить? Значит, потом два раза бегать придется. Я не хотел бы на четвертом заходить, на пятом лучше, конечно. Чтобы наверняка... Да, он просто отфлешивается от меня. Тут, видимо, вард стоял где-то здесь. Раз он пошел ныкаться. Сейчас должны появиться, если она здесь начинала. В 22-23 появляется. У меня появилось уже. Вышка очень много дамажит, конечно. Но вот здесь вот плохо, конечно, залетать на ульте, потому что он флешивается под вышку просто. Да хотя бы, чтобы он здесь был. Но без ульты сюда тоже идти так же. Он отфлешивается, и все. Он что, танк собирается? Ларус. От бота надо играть на самом деле. Или от мида. Похер на этом Варс, на танка Варса. Только ради вышки можно его убить, чтобы вышку потом забрать у него. Вторая ульта в никуда. Killing.
killing spree. Allies slain. Я, наверное, не могу тут задефать никак. Ну это чисто так, пулю прокнуть. Ради голды залетел в него. Ну а теперь можно убивать. Это чувар стоит. Так, тут все забрал. Если у него здесь фарм, интересно. Есть. Меняю на свой. Вышку хочу забрать здесь. Получится, окей. Я одновременно прыгнул и флеш нажал. Да бля, все встанем. Надо срочно вышку на меди и на боте забирать. Тут нажимаю. Экзост на меня. Краба похилиться надо. Когда краб умирает, он сильно хилит нормально. То есть мне теперь в теории хватит. Привет, я Лу, давно не виделись, сменивки это оформляю. Mm-hmm.
Минивкит. Спасибо за минивкит, Яша. Хочу все равно подраться тут, наверное. По мне сыграл. Наши должны это разбирать, по идее, нет? Зря ли, давай. Дела, да вроде ничего, нормально все. В игре вот претендента сейчас хочу взять хотя бы. Осталось немного, тут 7 меток. Если это выиграем, 6 останется. А так по жизни. Да нормально тоже все. Хотелось бы, конечно, поехать на сноуборде покататься завтра. Но не знаю, наверное, не получится. Денег вообще нету. Получается, что закрыл уже сезон. Где-то Кейтлин здесь видел, поэтому ультанул. Как у тебя дела? Снег у нас лежит, ну, под Казанью, там горнолыжка, которая, на которой мы катаемся. Там еще склоны нормальные, в принципе. Фрирайд, конечно, уже подтаял нормально, а вот на склонах еще есть снег. Ну, плюс скидочки там сейчас идут, как закрыть сезоны, типа. Так, что я делаю? Может, барон сделаем? Все-таки. Снег еще в Сочи лежит. Я бы в Сочи махнул сейчас, вообще пофиг. Там недавно выпал метр снега. Смотрел у Соболева в Телеграме. Там чего, вот так фрирайде сейчас жестко. На розе. Волейбол. Ты чё, 1.90 ростом, чтобы в волейбол играть? Я вот, например, да, но я не играю. Блин, ловушку стал. Жоня хорошая от Кейтлин. Так, мне здесь надо пробивку собирать. КСУ мейнить. У КСИ очень фигуристая фигура, я тебе скажу, на самом-то деле. Если вот так вот покрутить модельку ее.
Так. Надо немного сосредоточиться на игре. Сейчас ответственный момент будет. Ну не сейчас, чуть попозже. У Грагаса повыше фигура. Ха-ха-ха, да. Грагас это я. Только на минималках. Блин, какой он танковый, жесть. Заинтил, получается. Надо было покетлинуться все-таки. Жоня? А, Жоня есть, найс. Тоже надо Жоню купить. Так, мы побеждаем или нет? Вроде бы да. Так, я ТП-шку возьму здесь. Давай-давай, дерись с ним. Нет, ну это урон вообще, конечно, классный. У него базара нет. Для танкового чувака. Жарко, я бы не сказал. Я в зимний до сих пор хожу. У нас что-то типа плюс 3, плюс 5, что-то такое. Кого я могу убить здесь? Кейтлин? Физа. У Кейтлин Физа Жони есть. Давайте поменяем Элдера на ворону. И просто отдефаемся. Нужно, нужно. Да я просто два раза умер по-тупому, столько времени потратил, поэтому. Гашита сейчас соберу. Никого не вижу на карте, опасно. Вот она, рыба. Я умер. Нет, он умер. Ладно, я уйду, не буду рисковать. Так, Жоня, 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 где Жоня? 860 не хватает. Блин, ульта, ульта, у меня Жони нет. Все, мы все умерли здесь. Это луз. Уйдите, чуваки, последние, задефайте просто базу. Блин, нам надо было по крипам ультовать. Все, мы проиграли. Мы проиграли. Это фактически я в этом виноват. Что же я не купил раньше?
Ладно, будем знать. Сколько урон нанес этот Варус в танке? И сколько натанчивал? Верс, смотри. Твой новый билд. Почему моделька огромная? Не знаю. Может, сердце так делает? Танк Варус, что за херня ща? Ну и жирный пик вообще можно было поменять треньку на сокрушитель, как будто бы. Было бы профини намного. Он бы меня отхиливал на, не знаю, на сколько, на 500 с кушки одной. Да ничего пока еще не поменялось. В следующем сезоне поменяется, да. Очень много всего. Это опять тот же Варус. Блин, надо было рун на скилл взять. Что-то я не подумал.
Треньку еще раз апнуть, что ли? Ну ладно, я пошел помогать. Тут, наверное, вард, конечно, стоит. Да, вард стоит. Зря пришел. Тем только все сломал. А че и умер. Я сразу ему дам, короче. Мутно предикт, короче, сразу даю. На сам своей смерти виноват, на самом деле. Секунд лета. На бот надо бы зайти. Бот под вышкой стоит. Тут вард, короче, где я стою. Она пошла пушить, хочет умереть здесь. Топа, короче, вообще в этой игре не будет, я так понял. Она будет лютовать от него, интересно, или нет? Да, будет. Дракона может сначала забрать, попробовать. Помочь не хотят мне. Никто не пришел, вот, ну че, похуй на объект просто. Надо было вообще на Геральда идти. Мне больше бы дало. Да, это вард спрошу. Может быть, успею добежать сюда. И Шивана убить. Она без хп вообще. С
Столько всего летит, пипец. Развернись назад, ё-моё. Он вообще неубиваемый. Вообще ноль урона по нему. Тут надо бы вообще БК кливер, что ли, я не знаю. Надо задавить там ДК. Есть сувер в рунах. Но у него еще КБ. Не только же ХП. У него еще и броня есть. Ну, Шиван троллит. На топе. Надо мид толкнуть, прежде чем дракон идти. Так, тут вард, пинг вард. Ну все, зачили. Просто блюбаф у нее заберем. Дальше пойду. Надо фармить в этой игре.
Лес надо чекнуть у нее здесь. А вроде Ред сейчас будет. По Синдри я сыграл. Уходи, уходи, уходи. Могу ли я тут помочь им и не умереть? Это вопрос такой, конечно. Вот этот пипец вообще урон. Что это? Умер. Он вообще не умирает. Он сколько он танчит человек? 3 человека спокойно танчит. Ливер надо собрать реально, наверное. Блин, ну кровопийца тоже нужен. Очень сильно. Да, после кровопийца Кливер, наверное, соберу. Вместо Драктара Кливер нужен, потому что Драктар тут бесполезен, по сути. Мы не успеем, она придет, да? Мне кажется, не успеем. Успели. Третьего дракона забрать нормально будет. Хоть какая-то выживаемость появится. Может вообще Ботрок тут собрать? Кливер, Ботрок. Про цвет твоего извращения на топе. Вот это урон. Все, третий дракон наш должен быть. Надо у нее лес забирать по-хорошему, а не свой чистить. Кливер на базе есть. Кливер, наверное, вот это что ли, Гоша, тай. Ну куда ты забираешь? Лезть хочу, она одна здесь.
куда он шел, не понял я. Я заблудился в лесу вражеском. Могу ли я сейчас дракона делать свою оборону с этим лудом? На 17-й минуте, мне кажется, один не могу. Все умерли еще. Думаю, надо взять Джон заранее. Ну а сейчас мы должны просто пятером сгруппиться и забрать два объекта. Хочется утонуть. Надо в нее быстрее улететь. Ну, вот так вот. Так, я так и знал, что так будет. Я в нее, она туда улетит. Так, надо начать поменять Драгдар на Боторг, наверное. Нейнфин, наверное, лучше. Так, сейчас мне хватит уже вроде.
не можем. Или можем. Можно вообще-то. Надо только влет от кого-то, чтобы был. Не от меня желательно. Кого-нибудь найти бы одинокого здесь, Синдру, например. Она ловушку поставила мне под Жоню. Можно было не вставать Жоне, получается. Ошибка была. Фатальная ошибка. Два на два выйдите просто и все. Объекта все равно нету. Можешь все-таки поменять на сокрушитель. Да, я думаю, так лучше будет. Учитывая, что там у Варуса там 5000 хп. Сокрушитель будет 10% хилить. 500 получается, что ли, сколько. Шапой сыграл по ней. Хочу по Варусу этому поиграть. Сейчас он, у него шансов нету. С сокрушителем, когда я. Мне все равно дамажит пипец просто. Это нонсенс какой-то. Скрутопульный пик какой-то жесткий вообще. Я почти не дрался в этой игре. Ладно, пойдет. Это было сразу сокрушить, наверное, собирать. Вместо треньки. Если опять он будет, то так и сделаю. И, наверное, Драктар тоже не нужен. Тогда получается БК Кливер первого предмета. Хотя хз, на самом деле. Че, пока шахту сыграем, пока делать нечего. Пока ждем игру. Прок.
защитить эту пешку сейчас. Сюда, сюда, сюда нельзя. Ладно, потом доиграем это. Варса забрали, по крайней мере. Любой матч для Ренгара, который выглядит как ассасин против ассасина, играется так, что ты ждешь, пока он вылетит первый, и ты влетаешь в него. В теории так. Три АДК против нас играют. Так, мне трудно поменять. Интересно, это сейчас будет на топе джинов танка? Сейчас замета такая танковская. Танковские АДК на топе. Minions have spawned.
Так, это надо забрать скорее пойти. Флэш, окей. Попробовать по ней сыграть что-то здесь. Конечно, вард был. Сразу ульту жмет. Так, все ульту жмут, я ухожу отсюда. Хотелось бы на топе убить, вот здесь в смысле, и вышку снести. Но он не в танк идет, кстати говоря. Я тут не зайду без правил. Теперь хотелось бы Геральт забрать. Кошку нажал Шейн. Не умерла. Ну ладно, я просто Геральта заберу. Attack on
могу затанчить. Ощущение, как вот здесь листов стоит, надо пойти проверить. Пришла, тут нет ничего вообще. И тут тоже ничего не будет. Значит, на метку свою пойдет. Не оттуда идти. Там ее ловить надо будет. Надо это добить и здесь метку забрать. Да, не люблю против Киндрит, надо метки забирать, ходить, чтобы она не забрала. Какие-то условия, опять перемещение по карте лишнее. Так, дракона надо забрать. Киндред без ульты, мы это знаем. Enemy slain.
Все-таки хочу барон забрать. Не успею, да? Нет, не успею. Да, это печально. Поздно, чуваки, барон атаковать. Умирать не надо. Они продолжают умирать. Что они делают? Синдра, почему со мной ходит? Иди клир вейв здесь. Отбивай волну. Что это такое? Зачем? Ну куда вот он летит? Зачем? Для чего? Зачем? Ласт игру сыграть и все, идти уже надо.
Надо крафт фильного. Так, можно к атлете пойти тогда. Или лучше на Израиле все-таки. Или на Джинксе я Расулу играю. Котлет что-то как-то, по-моему, поспокойнее что будет. Блин, ну против Акали это пипец будет, конечно. Блин, может быть, экзост надо было брать здесь, в самом-то деле. Давай сюда вард поставлю тебе. Так, что-то я этот задумался. Не подумал вообще про кусты эти. Пускай может. Мне кажется, стоим, чё плохо. Отхил этот.
пустые ботинки нужны здесь. Блин, фигово он остаёт. Очень плохо. К ним пушится. И они фризят это. Не смог запушить достаточно быстро, чтобы она под вышку шла. Тут уйти надо. Без лица что-то идти на лейн. I will not tolerate lawlessness. Волну еще одна запустим, как пойти. Лучше бэкнуть здесь, без хп, стоять не хочу. Ай, блядь. Выжил все-таки. Повезло. Хорошо ульта была от Улу. Прямо вообще супер. Вся вард постоянно обходит. На бувард в кусты сюда, на реку. Stay out of my way. Killing spree.
Зря я так. Бля, зря. Надо вышку теперь забирать, пока он мертв. Конечно, лесник не знаю где. А, не пойду, слишком опасно. Так, пойду приму волну вот здесь, на тебе. Просто сзади держаться. Сзади Ургот хотя бы. Так, сзади двойка. Где-то 300 голды найти. On my way.
Так, надо бэкнуться за пушкой. Sheriff. On my way. Flame purified. Up for it. Но я полез слишком сильно, конечно, мне надо было так. Да. Косяк мой. Вообще бароны не могли тут делать на самом деле. Не знаю, почему она решила, что могли. Большая волна на боте. Надо мид принимать тоже, конечно. Ну, тянуть игру можно дольше. У нас Скайла скейлится, я скейлюсь тоже. Ривен, наоборот, слабее становится. Фейс-чек, конечно, тут. Someone call for a sheriff.
Мана, блин, нету. Но и все. Всякое ладно. Певчанский стрим. Денег нет на певчанский стрим. Ранг 53 метки. Ну ладно, все на сегодня. Надо уже идти, времени нету. Спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, ссылка в описании. Там анонсы. На стрим будут. Точнее, есть. В чем будут. Донаты в описании, ссылка.